Всем добрый день, ночь, утро, у кого как. Всем доброго времени суток. Вот, значит, я GoPro-шку посадил сейчас на крепление. Это будет у меня она на груди. Одену как лямки, подтяжки для штанов. Вот, GoPro-шка будет работать. Я буду снимать, совмещу два видео. Это Canon 620, который я снимаю. Вот. Ошейник я зарядил. Сейчас я поеду, отошлю Инне посылку. Температура сейчас минус 9. Дрог-дрог-дрог, трактор. Трактор чистит у нас дорожки. Вот. И выйду в лес на прогулку с собаками при такой морозной. Это сейчас я просто еду, сфотографировался, а теперь еду подать заявление на паспорт. И буду ждать, и тогда у меня по делам всем ничего не держит, можно поехать с собаками. Поэтому много проблем и дел в плане того, что поэтому не выезжаю в лес. То это надо, то надо. Вот, а еще сейчас я еду на почту. Сначала первое, что я еду отправлять Ине свою экшн-камеру, которую я заказывал. 4К. Они разберутся. Упаковал ее. Эти штучки люблю щелкать. Щелк-щелк. Вот. Отвезу сейчас на почту, отправлю им экшен на Владикавказ, в Осетию. Вот. И поэтому такие вот будут сейчас дела. Почта, заявление, собаки, лыжи к дядьке заехать. И завтра прогулка, то ли когда там, когда будет ролик выходить. Вот. И все, на прогулку, возьму с собой экшн-камеру, заряжу. А так я сейчас снимаю на Canon и плавно перейдем, я все покажу, что дальше съемка пойдет с груди на Action GoPro 7. Вот. Мне нравится, просто вот эта съемка, которая была, первый ролик вышел, я его переделал и перемонтировал, потому что сработало, я когда нагнулся, камера перевернулась. И все два ролика, которые я монтировал, они были кверх ногами. Она не сработала в обратную позицию. Вот. И я не посмотрел, поэтому мне пришлось это все переворачивать, все делать. Может быть, даже что-то изменилось. И... Потому что изначально я смотрел ролики, которые кверх ногами были. Вот. Они были намного лучше. Но после обработки стало хуже. Сейчас будем пробовать, все буду фиксировать как нормально все, чтобы было. Проверю лишний раз. Вот это лабрадор, я так понял. Вот, начинаем, погнали. Покой нам только снится. Отдохнем на том свете. Вперед. Кошак. Ну вот я приехал на почту, пойду сейчас отправлю. Юлю увидел, там решается вопрос по мне. На днях скажут, возьмут меня или нет. Сразу зачислят меня на ветврача. Ну вот, классно будет. Ну, 3 года придется, 4 учиться, получу образование техническое. Это между училищем и институтом по... Могу на этом основании открыть ветклинику. На основании диплома ветврача. Так, ну что, я пошел отправлять камеру Инки и Аслана. Да, конечно, хватит. Thank you.
Ну все. Выход, выход. Клин я отправил. Чики-мики. Почта России. Все, посылка пошла. Сейчас я им тебе скину номер по WhatsApp. Будешь отслеживать. Так что, куда, когда пришла моя весна. Да-да-да-да. Ну, пустите домой. Пожалуйста. Спасибо. Так, все, сейчас пришлю, Иночка. Сейчас ловите камеру. А я поехал к иглоедам. А, нет, заявление писать. То я что, бомжом буду ходить? Надо это, паспорту новый. Ну вот, зашел, отстоял очередь. Поеду домой. Это у меня должен быть. Расторжение брака надо. Свидетельства у меня на ребенка нету о рождении. Если только копию, тогда Соньку мою не впишут. Буду бездетный. А расторжение брака обязательно. И 330 рублей госпошлина. Нормально. Он говорит, все сделаем, говорит. Прописку тебе поставим. Все, говорит, тебе сделаем. Молодая девчонка там. Ничего такая. Но не рыжая, светленькая. Шучу, шучу. Кто знает мои шутки, прибаутки, так что ты скажешь, какой-то сексуальный маньяк озабочен. Я люблю. Ну, харизма у нас такая, что у отца, что у деда была, что у меня наследственная. Ладно, поехал искать, кто меня расторгнул в браке. Ну все, я все сдал. О, 24-го буду документы получать. Новый паспорт со всеми делами, со всеми пирогами. Все. С новым паспортом, с чистой совестью. Жен не будет, списано, детей тоже. Короче, я настоящий холостяк сейчас буду на это, с чистым паспортом. Прописка и паспорт. Не женат, детей нет, холостой. Добро пожаловать. Как говорится, шучу, конечно. Ладно, поехали дальше бытовухой заниматься. Ждут нас великие дела. Ой, кошмар, кошмар. Девочка хорошая, Кристинка сидела, ладно. Ой, поехал. Ну вот, съемка сейчас на Canon подходит к концу. Я сейчас одену на грудь прибамбас и буду снимать с груди на экшн камеру семерку GoPro. Себе водички взял. Сейчас я вкусняшек взял. Ну, лапы. Другого нету. Хоть пусть так гоняют зубками. Чуть-чуть можно. Хотя я противник лап, но только вареные. Ну, чуть дам. Что теперь сделать? Без гостинцев никак. По-любому сейчас. Златка на крыше. Пойму внизу. Нет, пойму вообще спит. Сейчас она ее пойдет будить. Влад, все, она идет. Морда. На чужих, да? На чужих. Сейчас в 20-х числах я оставлю здесь видеонаблюдение. Я уже договорился. Вот Танька зевает. Тоже надо будет ставить видеонаблюдение. Все будет просматриваться здесь. Вот. Питание с дома. Блок управления тоже в доме будет все закрыто. За железными дверями. И все будет записываться. И буду смотреть онлайн. Я это буду делать в избежание популярности, потому что много разных людей на канале, завистников. И это надо обеспечить по-любому. Ну, дураков хватает, как говорится. Я понимаю, что добрых людей больше, но дураков очень тоже много. Поэтому лучше пусть все записывает. Мне на это не жалко. Ради собак это не жалко.
Все, щенки проснулись, слышат мой голос, все лают. То есть все зевает, все, концерт пошел. Концерт пошел по заявкам, без заявок. Я пошел одевать эту штуку, и продолжение теперь идет с груди, с GoPro. Так что давайте все, погнали теперь. Эксперимент номер 84-32. Не знаю, просто так сказал. Вот так выглядит, сейчас немножко покажу. Такая вот система, лямки. Посмотрим, что из этого выйдет. Ладно, пойдем снимать и фоткать. Пошла запись GoPro. На груди. Вот. Мне кажется, даже стрелять будет удобно. Но удобнее будет, когда будет на голове все. Что? Тихо. Когтястые. Пакет еще разорвали. Когтями. Все, все. Все, все. Прижимай, прижимай. Что так? Хватит танцевать. Точно уедешь в стриптиз? Тихо. Ну-ка. Тихо шибете. Ну все, паспорт получу 24 числа. Нормально. Да? Мордахин. О. Эй, ты мой. Ты мой карапузина. Ты мой карапузина. Да, расти быстрее. Дашь им люлей. Ух. Ну! Сами разберутся. Так, отошла. С характером девка. Наша кровей. Куда ты пошла? Да, ты мой. Да, ты мой хороший. Да, ты мой хороший. Мальчишка. Мальчишка. Да, Шелей? Че, в Карелию под собой поедем? Папка вооружится, будет сильно опасен для 400 голов волков по району. Возьмем путевку. По речке, чтобы на виду. Все под контролем. Чтобы в лагере кто-то был с путевкой. Ну, Танюха. Два уха. Да, состыковались. Две проказницы. Все. Будет все тип-топ. Тип-топ, все будет хорошо. Да, Татьяна Юрьевна? Не прыгай. Да? Что такое?
Лаймуська чистится. Каюр. Каюр. А, каюр. А, пописать? Писай, писай. О, летят. Летят белокрылые лошадки. Не прыгай. Не прыгай. Погладь, иди поглажу. Иди поглажу. А, ты пришел, чтобы я тебя погладил? А? Каюр. А, каюр. Ура, 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 она говорит. Хвост, хвост, отдай хвост. Хвост. Ура, 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 ура. Злата. Мордахи. Танюха. Что такое? Что ты как? Паря. Паря. Танюха. Ты моя девка. Ты можно такая. Дай чутье набью. Злат. Злата. В ноги. Мордахи. Ой, я так доволен, что я с паспортом закончил. В плане того, что только осталось получить, и все. 24-го. Через, ну, 2 недели. Так, лапки, пойдемте лапки покушаем. Перекусим. Я это еду поставлю разогревать. Ох, блин. Сколько у вас много. Да. Вкусняшки будут все? А? Да? Да ты-то понятно. Так, кипяток я вылью. Да, да, это кипяток. Так, чтобы драки не было. Куда ты лезешь? На, Танюх, иди в офис. В офис погнал. Так, давайте я вам прям высыплю. Вот он. Мафия бессмертна. Иди вон сколько лап, иди, на. Вон, бери, сколько хочешь. Хантер! Совсем кобеля загнобил, на. Да что ж такое-то? На. Нахалка. Ешь, ешь, ешь. Вот и сиди там. Вообще обнаглел. Все ее должно быть. Это неправильно. Да, каюрчик, обижают. Сразу осаживать надо. То вообще на одну взяла и ешь. То вся куча должна быть ее. А? Хулиганье. Я должен отнять. Танька пришла сразу ходу. Таню. Но. Злата, ты чего вот это характер показываешь? Возьми одну и уходи. Иди отсюда. Лайм, иди ешь. И твое все должно быть. Ешь, бери, бери, кушай.
Злата, гребешь. Все дружно должны кушать. А то разделили. Ханты и Злата, все ихнее. Вот две козы. Яблоко от яблони далеко не падает. Матриархат устроили здесь женский. Даже мамку отгоняет. Бери, бери. Иди, Злата, иди сюда. Иди. Иди ко мне. А? Вон Танька взяла и уходит в офис. Да, мой хороший. Все, не буду я вам высыпать, иначе вы передеретесь. Да. Да. По одной буду давать, каждый. В пасть персонально. Злата не уступает взрослым. Ханта все ее перед каюром. Злата гнобит Ханту. Ханта гнобит каюра. Танька с Слаймой дерутся. Выясняют, кто у них главней. Короче, полный бабский батальон. Дурдом. Кино и немцы. Вот так можно сказать. Лаймусь, я знаю, что у тебя чавальник большой. Давай я тебе сразу две дам. Вот так вот. Туда можно и пяток было положить. Залезло бы. Да, мой хороший? Да, мой классный. Злат. Злата. Жует. Ну, так вот, такие вот пироги. Что еще можно сказать? Да, сейчас пощелкаю, сейчас я им вкусняшки додаю. И ты прямо из руки, потом на две возьмешь, а ту эту как будешь брать? Хотела две, не умеет еще по две брать. Да, каюр? Каши я сейчас на газ разогревать. Что еще? Я там взял, он, да, много взял. Может, доедайте, какой пакет. На. Ханта из дома пришла. О, из пасти надо забрать. Ханта, на. Иди в офис свой. Ну, вот такие вот пироги. Такие вкусняшки, такие дела сегодня прошли. Посылку отправил, на паспорт сдал. Короче, ГТО я сдал. Свет с обучением мне скажут на днях. Соберу все свои документы об окончании школы, об окончании специального технического образования. У меня спецобразование и профессиональное. Я учился 3 года на водителя, на шофера. Вот, категории С и тракториста, машиниста, комбайнера. Да, мы и на тракторах, и на машинах, на всем можем. Да, надо вот сейчас права сделать на квадрик на основании тракторных прав. Категории Б, С, колесные, гусеничные. И вот отучиться надо будет в этом году, в мае, когда там будет у них. И вот на лодочные права еще получить. И все. И, в принципе, можно кататься на любых транспортных средствах. Получать документы, лодку с номерами, судовые документы, бортовые номера. И все. И катать людей можно. Снимать фильмы, хорошую лодку купить такую, только не надувную. А которая более, да, казанку там или что-то еще, может что-то. Все будем смотреть по финансам. Мало ли, гости какие приедут, покатать на лодке. Спустить есть, когда пляж свой есть. Все есть.
Лови. Все. Кирды морды. Все. Все. Каюр бабай. Биджа. Сейчас. Пойду сейчас схожу. Да, каюрчик. Схожу за спичками. То, чтобы не пригорело сразу. Сейчас она еще. Я всегда кипяток ввожу. Так. Кто? Ты что в снегу? Кто тебя валял? Злата? Все, все, вы из-за мяса дуреете. Так что вот такие пироги. Злата, иди ко мне. Что ты такая морда? И Танька сразу пришла, и сразу ушла. Пощелкаю сейчас еще на экшен. Мне тоже понравились фотографии. Солнце он садится, красный, опять будет мороз. И вот такие пироги. Это в офисе у себя там. Вон она. Ну и сравнивайте. Переход будет сначала Canon и последняя съемка на 15, 24, 25, 26 идет. Так. И иди ко мне. Где моя девочка? Златулька. Хулиганье. Так, поедем в лес. Ошейники я зарядил. В принципе, сейчас заеду насчет лыж. Не надо меня пачкать. О. И спробуем лыжи. И все дела. Так что увидимся. Пишите, что больше. Я понимаю, что без фотоаппарата никак. Приближение и все такое. Но экшен хорошо будет в лесу снимать на голове. Когда собака залает, руки свободны. Вот в чем. Я не считаю, что GoPro надо использовать на постоянную основу, снимать ролики, именно бытовуху или где-то еще. Она предназначена для и экстремальных, активных. Это лыжи, сноуборд, плавание какое-нибудь. Каюр, ты куда пошел? Ну-ка, это что такое? На угол он уже бегает к машине. Ух, хулиганье. А. Чемергес. Ну-ка. Ёк-макарёк. Колотить, карбатить. Ну-ка. Вот. Я буду все равно. Приближение мне надо где-то собаку сфотографировать. Приблизить на 150, на 200 метров она красиво стоит или бежит. Очень красиво фотки получаются. И поэтому GoPro для этого не способна. У нее нету такого зума или что-то еще. Поэтому... Тут все хуже намного. Давайте, рад всех видеть. Пишите письма мелким почерком. Паспорт у меня чистый. Можем что-нибудь записать туда. Шучу. Ладно, все. Пойду за спичками. Все, давайте. Всем пока. Рад всех видеть.